Итак, думаю, вам знакомы эти места. А если так, все еще не знакомо. В общем, что случилось? Спустя 30 лет монстры снова начали появляться. Это то место, где свет то потухает, то становится нормальным. Да, тот свет тут потухает, то становится нормальным. Очень аномальное место. Тут даже не помогает биологическое и археологическое изучение. Кто-то скажет, должно быть же объяснение этому. Из-за смешивания каких-то незеритов, адских камней, железа и аномальными сперматозоидами на физиологической лаборатории каким-то чудным образом появлялись монстры. Место, где они смешивались, снова включилось по случайности. Что-то реально странное происходило. Все клетки были открыты нараспашку. Что за опасное, страшное, некрасивое, но интересное место? Неизвестно. Однако это осталось от Советского Союза. Однако монстры успевают уже собирать свою армию. Они хотят сделать территорию вот такой. Но они хотят еще большего, захватив вот эту часть. Они хотят половину деревни забрать себе, а даже и полностью. Но территория пока что вот такая. Что же нас ждет сегодня, неизвестно. А мы вернемся к Ликсу. Я только что проснулся. Так, у меня камера работает на 62 FPS, это очень мало. Так, мне нужно будет в туалет сходить. Так, ага. Да, у Ликса снова туалет. Так, он его смыл. Ой, блин, нужно пойти мне в ванну. Он снова начал купаться и чистить зубы. Ну, как всегда, обычный день. Но не сегодня. Ой, все. Так, отлично. Сейчас я возьму отсюда зубную щетку. Как я тут выгляжу. Опа. Какой же я красивый. Но мне... Ну, мои зубы желтые. Нужно их почистить. Спустя пару минут... Он почистил зубы. Он смыл и посмотрел в зеркало. Это морожение, описываю движение. Ого, какой я красивый. Итак, отлично, опачки. Всем привет, дорогие друзья, с вами снова я, ваш дорогущий друг Ликс, ребята. И сегодня на моем канале стукнуло 75 подписчиков, ребята, за 3 дня. Мы успели собрать плюс 25 подписчиков. С 58 до 60, а с 63 до 75. Ликс, ты слышал? Вроде бы какая-то атака. Я не шучу, я реально. В смысле атака? Ребята, опять что-то произошло. Так, подождите. В смысле атака? Какая атака? Ну, что-то вылазит из того места, про которое ты рассказывал. Что-то не пойму. Ученые сейчас пытаются что-то сделать. Ученые деревни наши, жители, короче. Я тебя не понимаю, какая атака? Поверь. Я не понимаю, что это такое. Мои двери будто бы звук из карандашей, я не пойму. Что опять? Что? Ты слышал? Ликс, Ликс, готовься к атаке. Скоро атака начнется. Бежим! Что там происходит? Что там происходит? В смысле, кто кричит? Кто кричит? Я понять не могу, кто кричит. Ликс, Ликс, что-нибудь сделай. Мы пытаемся спастись. Да что сделать, я не пойму, что за крики? Кто это? Привет. Что это такое? Кто это? Я понять не могу. Что они делают? Ой, они куда-то провалились. Я не пойму, куда они. Они вон там, они там столпились. Вы! Ты! Что это с ними? Ай, они нападают. Ребята,
Я не пойму, что это такое, почему они нападают именно на меня, именно на всех, я не пойму. Что это? Так, ребята, они здесь столпились, а ну ушли отсюда вон. Ребята, бежим. Так, спокойствие. Спокойствие, только спокойствие. Как они же мне больно ударили по лицу, по ноге, блин, по животу. В общем, ребята, у меня план таков. Я сейчас, прям сейчас, пойду кое-что достану. Раз они вот так обнаглели, я сейчас кое-что вытащу из-под земли, ребята. Если вы не знали, у меня вот здесь, кое-какая вещь припрятана. Смотрите. Сейчас мы ее скопаем. Она где-то здесь. Вот она. Моя ласточка. Вот, ребята, сейчас мы достанем. И это как боевик будет, ребята. Еле-еле поднял. Где-то 100, что ли, килограмм. Или он либо 100 килограмм, либо 50 килограмм, либо 60. Так, ребята, он выдерживает вес до 2 тонн. Так, ребята, давайте-ка его туда перетащим. Здесь как раз такие колесики. Нужно его перетащить. Тащим его в самый центр. Ой, ребята, нет. Ай, они очень больно бьют. Ребята, нужно вернуться к центру. Ай, они и здесь бегут. Так, ребята, нужно как-то бороться с ними. Бороться просто. Так, они меня не могут здесь атаковать. Так, вот, ребята, вот, атакуем первого, блин, на, пошел вон, да, ребята, я здесь пристегнулся, они меня не могут оторвать. На, ну чё ты сделаешь мне, на, так, отлично, на, сдохни, ребята, все, в эту толпу. Панк. Сейчас. Да как здесь прицелиться, я понять не могу. Мне в эту толпу надо стрельнуть. Так, ребята, аккуратно его перетащим, садимся, пристегиваемся и... Так. Давай-ка повернем. На! Сдохни! Блин, пушка слабая. Так, эффективности почти что нет. Нужно как-нибудь в эту толпу уничтожить. Так, ребята, перетаскиваем и... Ребята, все, у нас получается. Получается. Отлично, но она очень слабая. Так, сколько здесь уже? Всего лишь 52. 52, ребята, осталось. Осталось 52 таких репайров. Так, отлично, он не сломался. Блин, она плохо стреляет. Ей уже очень много лет. Придется убегать. Ребята, однако это еще не все. Сейчас я вам покажу настоящее. Смотрите. Атомный лазер, ребята. Я его специально спрятал в лесу. На! Уничтожаем. Уничтожаем просто эту толпу. Она бежит за нами. Так, ребята. Они здесь пытаются уничтожить все. Но мы им не дадим. Сдохните. Сдохните, твари, блин. Так, отлично. Эту территорию мы зачистили. Так. Все, перезаряжаем. Так, отлично, освободили. Так. Но этот... Ребят, там очень много их было. Так, ребята, выходим. И все. Атомным излучателем. Так, пока что чисто. Но нужно идти... А нет. Ты смотри на них. Они идут куда-то. Куда же они идут? Так. Они идут ко мне. Нет. Я их сейчас уничтожу. Так, ребята... Отлично. Так, целимся.
ребята, уничтожаем атомным излучателем. Так, отлично. Чё, ты меня не достанешь? Ах, ты смотри на этих тварей. Ай, блин. Как больно. Блин. Ребята, там еще они есть. В атаку, короче. В атаку. Чё, вы меня не достанете? Так, опа. Ну чё, вы меня не достанете? А ну ушли отсюда вон. Так, ребята, я здесь пробил. Так, нужно идти. Сдохни. Как они меня достали? Так, пошел он. Отлично, ребята. Уничтожаем просто. Ты смотри на них. Они мне не дают. Времени не дают. Смотри на них. Ладно. На, получай. Тварюги такие. Они уничтожают здесь все. Они половину деревни разрушили. Так. Все, уничтожаем. Уничтожаем, ребята. Есть. Получилось у нас. Нет, не получилось еще. Я не пойму, ребята, что случилось-то? Все убежали по домам. Они опять кого-то понаубивали. Эх, горе. Да благословит Бог погибших, кто пытался бороться. Так, зачем мне этот бластер показал? Блин, его настройки всякие. Так, ребята, давайте поищем поблизости. Здесь есть или уже нету их? Потому что я, наверное, деревню, мне кажется, очистил. О, мне яйцо снесли. Так, ребята, поищем по кругу деревню. Возможно, мы найдем. Надеюсь, мы не найдем их. Я не знаю, ребята, давайте-ка пойдем поищем их. Может, они здесь неподалеку? Да, они неподалеку, ребята. Так, вот так. Ребята, убегаем. Так, на. Они меня бьют. Они меня убивают. В атаку. Так, отлично, ребята, у нас получается. У нас получается. Все, мы, наверное, освободили. Мы освободили деревню! Наконец-то мы освободили деревню вот этой вот вещью, атомным излучателем. У-ху! Празднуем! Ребята, все, мы освободили деревню! Ник, спасибо тебе за помощь! Хорошо, что ты появился на свет и помог нам! Да не за что, жители. Так. Празднуем. Ликс, идем к нам. Да хорошо. Давай, короче, смотри. В общем, спасибо, что ты нас освободил. Да, спасибо, что ты нас освободил. Ребята, ну на этом конец, короче. Точнее, не конец. Потом мы вновь отправимся в то место... Ну, помните, так, как лаборатория? И попытаемся узнать там. Попытаемся уничтожить все, что там есть. Ребята, у меня уже нет страха туда идти. Так что, ребята, не забываем смотреть этот ролик до конца. Ну, а всем удачи, всем пока. Если хотите, можете подписаться. Всем пока.